Пункт призначения – агрокомбинат «Паўднёвы» в Гомельском районе. На одном из полей механизаторы только что скончили працу. Гостей не чакали, але до проверки готовы. Инспектору цікавіць наявность першасных сродков пожаротушения. Порошковый вогнетушитель, рыдлёвка, скрыня с пяском – все необходимое есть. Каб не было проблем из теории, инспекторы раздают памятки. До речи, до подобной уваги с боку МНС у господарца ставится с разумением. Эти требования полностью соответствуют действительности, и мы их выполняем. Все комбайны, вся техника у нас обеспечена средствами пожаротушения. Все водители проинструктированы, прошли обучение, и каких-то эксцессов и так экстренных ситуаций у нас не было. Собранное збожжа проходит допрацовку в зернесушильном комплексе, який лічыцца объектом повышенной пожарной небяспеки. Тому ліквідаваць яе готовы у поўным узбраенні, як у размешчаным побач цеху, где вырабляют рапсавы и сланечниковы алей. Апошні объект у маршруте рейду – машино-тракторный парк, проверка якого починается літаральна адварот. Побач з імі усталявана схема руху транспорту, размещение пожарного водоема и место, где находится пожарный инвентар. Достойны похвалы и кабинет аховы працы. Крыстаючыся выпадкам, выратавальнікі праводзяць пазаплановы інструктаж. Без уліку некалькіх недахопаў станам пажарнай бяспекі на агракамбінаце «Паўднёвы» інспектары задаволены. Дарэчы, у цэлым уборачная на Гомельшыне прайшла без буйных здарэнняў. Хоць зусім без непрыемнасцяў не абышлося. Серьезных нарушений, в принципе, выявлены не были работниками МЧС. Но, конечно, и прослеживаются такие негативные моменты. Бывали случаи и возгораний техники, дорогостоящей техники, и также возгораний в местах непосредственного хранения урожая. Хотелось бы призвать руководителей сельхозпредприятий обратить особое внимание на обеспечение пожарной безопасности. Руслан Проляскоўскі, Ольга Вальченко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».